Здорово, меня зовут Альтер, ты находишься на канале Check It Out, подпишись, если не подписан. Это реакция на трейлер фильма «Спирали» или «Спираль». В общем, это перезапуск «Пилы» с Крисом Роком и Сэмюэлем Л. Джексоном. Давайте заценим, посмотрим, что нас ждет. Well, отличное начало. Nothing happier than the wife of a new detective. It was cool, man. She's different. You know my wife. You give a woman 600 Tuesdays. It ain't worth three Saturday nights. How much money you got? A lot. How many problems you got? A lot. How many people have died? A lot. All available units. Officer down. Detective Banks en route. Крис Рок, продюсер. Ничего себе. They're targeting cops. Этот саундтрек. This ship's gonna go sideways fast. Someone's out there pulling all the strings. Новая глава. Слушай, мне кажется, это будет интересно. Я очень you надеюсь. Want to play games, motherfucker? Motherfucker. Окей. Окей. Вау. У меня мурашечки пробежались по коже. Неплохо, неплохо. Ждем в кинотеатрах. Не знаю, когда, конечно, будет. Но мне кажется, это будет очень круто. Пишите в комментариях ваши впечатления, что ждете от фильма и как вам вообще трейлер. Пишите комментарии, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем пока. Check it out.